Так, дорогие друзья, вот я сейчас нахожусь в гостях у моей подписчицы Женечки. Вот. И посмотрите, как мы тянем ахилл. Я сейчас покажу, поскольку оборудования такого прям нету у Евгении, но она живет в частном доме, в лесу. Посмотрите, что мы сделали. Значит, мы взяли вот такое полено, видите, да? Обычное полено. Ну, на четыре части чурочку раскалываешь. Два кирпичика и, видите, подставляем, и Женя тянет ахилл. У нее тянется вся задняя поверхность ноги, и поясница у нее потом не будет болеть, естественно, хорошо. И Женя сейчас поменяет, а Леночка, видите, другое полено, вот, ага, и тоже одна нога вперед, видите, да, вот-вот, угу. Меняем, Лена, так. О, уже легче. Да, второй раз уже легче, да, получается. Второй раз уже легче. Даже хочется ногу продвинуть. Да, туда, вот, посередине. Хочется уже ногу продвинуть вперед. Поэтому уже это самая лучшая профилактика варикозного расширения вен. Только, Женечка, повыше поставь вот эту ногу заднюю, чтобы она у тебя была на своде. Вот да-да-да, чуть-чуть, не сильно, пятка на полу, да. Вот, хорошо. Видите? Ага. Ну, чуть-чуть повыше. Ага. Вот, отлично. Угу. И передняя нога чуть-чуть продвигается, ага, уже вперед. Да, отлично. Вот, видите, да? Полено. Можно вперед вместо кирпичей поставить тоже полено. Так, и вот видите, посмотрите, спинка ровненькая, руки прямые у девочек. Значит, попу не отклячиваем, значит, снова выравниваем. И вот, вот посмотрите, как девочки, значит, стоят и тянут ахилл. Вот, два вида полена. Но прекрасный выход. Я еще покажу поближе, потому что, вот видите, такое полено. Одна нога впереди. И Леночка тянется? Очень хорошо. Вот. Женя, повыше полено. Вот. Угу. Сейчас мы меняем, девочки, ноги. Меняем ноги. Угу. Сейчас будет еще легче, да? Смотрим, сейчас будет. Знаю. Да, сейчас будет еще легче. Угу. Раз. И вперед. Вот. Видите, опираются о стену. Руки прямые. Стараются выровнять таз. Попу не отводим назад. Если сбоку показать, вот девочки стоят, стоят ровненько. Вот. Тянется, да? И уже у третий или четвертый раз поменяли, уже легче, да, девочки? Да. Прекрасно, прекрасно. Ну вот. Вот, видите, как обычное полено может служить. Мы сейчас на этом полене будем еще лежать. Ну, а теперь посмотрите, как мы приспособили полено, чтобы у нас кифоз убрать, да, растянуть грудную клетку, грудной отдел. Хорошо, Жень? Угу. Вот, видите, как хорошо. А то лежит поленница дров. Без дела. А тут, пожалуйста, вот видите как. И в таком положении можно находиться столько, сколько будет комфортно. Вот. Обычное полено. Так что теперь у вас просто вообще не будет шансов сказать, что у меня нет йоговского оборудования, да? Mm-hmm. Пожалуйста, вот здесь одно полено, здесь другое полено. Прекрасно. Ну что ж, будьте здоровы. Женечка, ты тоже будь здорова. Вставать, что ли? Нет, полежи еще немножко. Mm-hmm.